Сегодня очень популярна тема раннего развития детей, но многие мамы и родители не понимают, с какого возраста стоит приводить детей в музей, особенно в художественный. Можете дать совет? Ну, во-первых, я бы по возможности с совсем маленькими детьми, и мамы, и папы, чтобы были, приходил бы с ними в музей. Я, кстати, это пробую сейчас со своими внуками. Вот. Мне кажется, что когда ребенок даже еще в колясочке, замечательно, если на груди у матери, замечательно, если он появится в музее и будет чувствовать заботу материнскую или отцовскую вот в музейном пространстве. То есть что-то теплое, родное, но в пространстве музея будет его радовать. Это вообще способность себя ощутить здесь, в музейных стенах, а не только в каком-то универмаге или на лоне природы, да? Способность жить в этом пространстве, интересоваться. Это во-первых. Ну, во-вторых, это, конечно, время чуть более старшего возраста, когда человек начинает самостоятельно осваивать этот мир. Он стоит на ноги, он начинает с интересом ходить по этому земному нашему пространству. Важно тоже привести в музей. Но для чего? Для того, чтобы каждый мог найти свой путь, свою траекторию. Только не надо вести ребенка туда, куда ты хочешь, чтобы он пришел. Смотри, куда ему самому интересно пойти, чем он увлечется. Здесь родителей, взрослых ждет масса неожиданных и интересных открытий.